Так, если принимать коктейль ИП каждый день еще и суп на обед, дорого выходит. Это важное ограничение. Ну, я вам так скажу. А если вы умеете считать, то как раз-таки это выходит недорого. Это выходит дешево по сравнению с тем, что вы заходите в магазин и покупаете продукты. Вот смотрите, если вы принимаете коктейль ИП каждый день, давайте посчитаем. В одном коктейле у нас 21 порция. Сейчас это около 2000. Даже если грубо считать, это 100 рублей. То же самое это и ПЭК. Опять-таки 100 рублей и суп. То есть 300 рублей. Мы заходим в магазин и обратите внимание, что мы покупаем. Мы покупаем непонятные продукты. Допустим, я если захожу в магазин, 1000 рублей, потраченное ни на что, я обнаруживаю это в своем пакете всегда. Сейчас я стал более избирательный, когда познакомился с продукцией Wellness, но я вспоминаю раньше, действительно, после того, как вы приходите из магазина, достаете все это на стол, часть продуктов просто была не нужна. Это во-первых. А во-вторых, смотрите, да, ПЭК вы не видите. Вот тут пишут со скидками, порция коктейля 58 рублей. Совершенно верно, особенно по подпискам, там, по всем нашим дисконтам. А выходит такая порция, я просто считал грубо и быстро, да? Так вот, если, допустим, брать наши витамины, вы задумаетесь, это же все-таки наш пенсионный фонд. Вы поддерживаете свое тело, вы поддерживаете наши клеточки в здоровом состоянии. Вообще, если даже об этом говорить, нам пройдет еще 10-15 лет, и вы можете, не дай бог, конечно, но вы можете тратить больше, гораздо тысячи на исправление каких-то погрешностей организма. Сейчас лечение нам стоит вообще десятки, ну и раз сотни тысяч рублей. Поэтому я так думаю, что на своем здоровье считать вообще не стоит. Тем более, как бы коктейль и супчик это также еда, причем здоровая еда и очень вкусная и полезная. И я не знаю, почему наши люди говорят, что это все дорого. Это можно сказать дешево. Мы получаем продукцию по доступным ценам. Доступным ценам именно по российским всем экономическим меркам это на самом деле недорого. Вот, зайдите в другие магазины, посмотрите цены, допустим, спортивного питания, цены там на мясо, яйца и все остальное. Вот, поэтому я думаю, это вообще неправильно то, что вы пишете, что это дорого.